Сегодня все экстренные службы были стянуты в Чебоксарский аэропорт. Те, кто проживает в этом районе, подумали, что произошло ЧП. К счастью, тревога оказалась учебной. Именно здесь сегодня прошла масштабная операция по ликвидации условного пожара. В эпицентре событий оказалась и наша съемочная группа. 13 часов и 5 минут. Самолет Як-40 совершает аварийную посадку в Чебоксарском аэропорту. Ситуация чрезвычайная. Объявляется мобилизация всех пожарных расчетов, которые находятся поблизости. И хотя ликвидировали на учениях огнеборцы лишь условное возгорание, их сценарий максимально приблизили к реальности. Первыми на место условного ЧП уже через считанные секунды прибывают пожарные расчеты Чебоксарского аэропорта. По задумке, самолет полностью охвачен огнем. Хотя в реальности воздушное судно, конечно же, никто не поджигал. Воды на учениях не жалели. Ее подавали мощным напором при помощи специальных стволов. Чтобы локализовать возгорание, брандмейстерам пришлось буквально оцепить самолет. В реальности подобным пожарам всегда присваивают самый высокий ранг. На учениях огнеборцам усложняют задачу. Из штаба поступает новое вводное. Пассажиры не успели выбраться наружу. Необходима срочная эвакуация. В салон самолета пробивается газодымозащитное звено. Вот такая картина открывается перед спасателями. Салон полностью заволокло дымом. Дорога каждая секунда, но по задумке люди уже не могут передвигаться сами. Пострадавших эвакуируют на носилках и в противогазах. Добровольцы на учениях сыграли свою роль достойно. Пожарным удалось уложиться в норматив, из салона эвакуированы четверо человек. Возгорание локализуют полностью при помощи пены. Учением поставлена эффектная точка. 13 часов и 29 минут учения завершены. На ликвидацию условного возгорания и спасение пострадавших огнеборцам понадобилось чуть больше 20 минут. Традиционный после подобных учений разбор полетов. Огнеборцы с поставленными задачами справились. Тренировки для пожарных в аэропорту устраивают не в первый раз. Правда, пока изученная тактика в реальности не пригодилась. Серьезных ЧП в Чебоксарской авиагавани еще не случалось. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.